В начале матча румын заработал предупреждение, что вызвало глубокое возмущение тренера, хозяев Хосе Антонио Камачо, известного в прошлом защитника сборной Испании. Ему тоже была показана желтая карточка, но свой взгляд на данный игровой эпизод он все же успел арбитру высказать. Радучою продолжал оставаться самым заметным на поле, хотя его собственная трактовка правил по-прежнему отличалась от той, что придерживался судья. В середине второго тайма они разошлись во мнениях, был или не был пенальти. Камачо на этот раз промолчал. Игровое преимущество барселонцев воплотилось в забитый мяч за 7 минут до конца. Отличился Льюис Гонсалес 1-0. Испаньол, лишь в этом сезоне вернувшийся в первый дивизион, как видно, серьезно настроен побороться за место в Еврокубке. Барселона в преддверии битвы с Пари Сен-Жерменом в Лиге чемпионов обыграла в гостях Компостелу. Самой результативной командой тура стала Валенсия. Дмитрий Радченко закрепил победу Расинга над Сельтой, а Игорь Ледяхов и его Спортинг довольствовались ничьей в матче с Бетисом, который по-прежнему идет на пятом месте. Ну а на верхних этажах таблицы знакомая многим поколениям болельщиков картина. Реал первый, Барселона вторая.